Всем привет! Кто это вообще? Это вы кто? А вы чё пришли? А вы кто? Вы вчера видели, как умирает наш друг? Викторину Ивановну, Ореха Витальевича. Они убили его! Поставь на микро на стол. Не, нормально. Просто сегодня я проснулся с Вектором. Что-то, например, самый уёбский стрим в жизни. Вот, и... Короче, у Ореха порвано горло. Я ему настолько глубоко засунул, что просто пиздец. Поэтому, ребят... Поэтому давайте, ребзя, минуту молчания и хэштег Орех живи. Сейчас заклеим, нормально все будет. Сергейка. Женёк, иди пить будешь. Ой-ой-ой. Женёк. Нифига себе. Иди бухать сейчас будешь. 300 рубасов Сергейка задонил. Заспевай тебя. Вы, блядь, 300 рублей поставили. Мы вчера это решали. Там даже написали то, что именно ты будешь пить. Пизда нахуй, бля, если кто-то... Ну все, блядь, пошел, блядь, ща, подождите. Ща принесу, блядь. Пизда, Жеки. Ну, ребята, а кому сейчас нет 18, быстренько глазки закрыли и просто слушаем. Ребят, не повторяйте такое дома, кому нет 18, это очень жесткое. Все, пацаны, это сок, это вода. Сережа, за тебя, блядь. Никак, сколько, да, весит Джека? Сколько ты там весишь? 75. Твоя жишка? Где? Там нихуя нет уже. А, ну ладно. Можешь закрыть. Все, Серег, давай еще. Там ты еще есть. Че? Серег, Джека, после стопки надо спеть. Выйду в поле с конем. Сотка, этот... Сотка, это караоке у нас? Сотка? Блять, ну ебать нахуй. Жека, блять, и воду пить должен, и петь нахуй с конем, блять. Выйду ночью в поле с конем. И ты такая, Настяна. С конем. Кто песня? Конем. Не понимаю. Сколько градусов в чего? В воде? В мало. Ноль. Ебать, ты, Берри, жми. Ну-ка, отожмись, давай в 10 рублей один раз, отжимайся два. Берри! Двадцатку раз отжаться. Изи, 5 минут подготовка. Он не отожмется 20. 10 рублей, 1. Мы тверкаем, не буду я тверкать, отстаньте. Давайте я буду тверкать, за косарь. Ребят. Изи буду тверкать под музон так. Ну, не то, что весь трек, а так, тык-тык-тык-тык-тык, жопой. Потрясу, да и все. Ты стала раком, жопой, блядь. Ага, это ни хрена не так, ну, просто. Для... Ты будешь как даун вот так тряси, блядь. Блядь, я тебе, ты что, на шоу танцы пришла тверк танцевать или что? Не знаю. Вот так вот, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так. О май гад! Репа! А вот тебе косарь танцует. Ну, сука, ну, блядь, ну я думал, ну не будет такого. А ты что думал? Школьник донат, и там все еще Сергей, где не самый жесткий. Тебе, Настян. Ага, я сказала. Ладно, за 10к так и быть, без проблем. Бля, сейчас бы тверки ебашь на. А что такого-то, жопа, блядь? Лучше не надо. Флеш. 20 раз, Берик, нормально. Раз, два, три. Ниже! Четыре. Пять. Шесть. Ну ниже, блядь. Семь. Восемь. Не придирайся. Восемь. Девять. Ебать. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13, 14, 15. Ну, давай нормально. Давай. Сколько? 5, еще 5. 1, 2, 3. Еще 3. Блять, 20. Жопку видно, жопку. Болтов отжимались на стриме. О, блять, я не лежу, если что. Давай. Сука. Не ебать. Пизда, я же рука устала держать. Да я, блядь, заебался. Ну вытяни как можешь. Два раза, сука, блядь, не позорься нахуй. Ну. Толстяк. Ну, блядь, я не могу, мне руки уже ебать. Ну давай, ну, блядь, собрался нахуй.
Ох, еба. На коленях. А, блядь, видно, что на коленях, ладно. Гонщик нелегальный, видишь, на всей скорости, профессиональный. Нет, тебе похоже на сни. Я просто отошел, и сейчас я вам старый момент со стрима. Просто что в футбол играли. И мама Андрей позвонила. Привет, Джек, у меня сегодня ДР. Настя вчера так и не крикнул в окно. Ты топай же Берегандон. Я до 50 рублей влог. Я помню, кстати, я помню тебя. Хорошо, давай. Нет, берегу. А что за наживка? Берегандон, Жигандон! Блять, ну нет, лучше в танки играть, братан. И то не очень. Лучше играть в танки, потому что на стреле тебе ебальник разобьют, инвалидом будешь, в коме пролежишь, мамка будет страдать, бояться за тебя переживать. Нахуй тебе это надо? Лучше в танки спокойно сидеть играть и все, блять. Да, быть задротом. Хотя, знаешь, вот смотри, играли мы в танки, да, а сейчас вот, например, да, мы играли в танки. Обычные игроки. Каждый из нас начинал просто играть в танки, а сейчас мы сидим тут сколько? Вчетвером, ну, Найтвилл не в счет, он майнкрафтер, бля. Но вот вчетвером из разных там стран, кто-то приехал учиться, кто-то что, и мы вместе все встретились, из-за чего? Из-за танков тупо, так что нахуй вам эти, блядь, драки ебаные, играть в танки. А что Жека пьет? Это сок. Я запивал, мне Серега задонатил, это просто сок. Обычный сок. Да, бля, коньяк сижу бью. Пиздец, сок. Сука. Где же Жанна? Мне санрайз, да ребят, сан... А, сука! Мать убивал нахуй. Раз. Не, блядь, пизду, у меня уже нахуй все сдохло. Если ты не сможешь, он обставит, что мечи в окно. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Один. Мамку позоришь только, дурак. Я лох. Это крикнул ты так? Это перелещ, блядь. Это перелещ. Я как орал вчера, блядь, ага. Все соседи услышали. Этот пацан сегодня приходил, слышал, говорит, блядь. А нахуя кричать, блядь? Давайте вот разок прям крикну. Ты не отжался не смог и крикнуть не смог. Не отжался, что за хуйня, блядь? Они тут, блядь, хуйни, то что если я не отжался, блядь, я... 2200 зрителей, понимаешь, 2150, блядь. Они тебя сейчас все позорят? Я, блядь, сука, я не могу, блядь, поднять свою жирную сейчас тело, все блядь, отпишутся от тебя. 20 раз, нахуй. В Инстаграме. Я лох! Я лох! Еще немного лох! Еще два раза лох! Вот так, что ли, блядь? Мне 12 лет, я лишился девственности, смотря стрим Жеки. Подращил? Молодец! Даже веркал, блядь. Наш последний. Привет, как дела в качалке? Говорил, что пока с весами особо не разобрался. Максимум свой не делал. Но все же, сколько сейчас жмешь? Типа, если, Вебку, да? Слышишь, я, если бы я сейчас жал вот сколько, 85 кило? Да, член ты свой жмешь только на. Эй, сука, ну да. Нет. На голове, блядь. Какой голове, на? Вот Жека акробат. Жека, вот ты. Кэри! Да, Жека, вот ты. Вот ты, рофлиш. Черт возьми. Да заебал, не надо нахуй никуда орать, блядь. 20 лет. Блядь, еще нет 11 часов. Один раз орну, блядь, ну да. Потише, черт возьми! Ебать там эхо, нахуй. Ты дурак, Жека, ты че, как громко. Ребят, пар. Ебой, мрачи. Либо Насян, либо Берег. Не надо за меня. Да я ебану, блядь. Музочку липун. D.Rossi. Спасибо. Окей, после... Только из камеры не убирай руку. Сейчас включу. Капец, вот донаты полетели. Берег, хуесос берег, хуесос берег. Одноклеточное ребят, существо. Берег, говнырик, гоу. За тебя, Ельчин, спасибо за донат. Вы чё, охуели там? Ладно, иди нахуй, это за Эмрана, блядь. Нет, Рад Дагестана! Рад из Дагестана, изи, короче, вот это и коньячком, блядь. Берег топ, Жека гор рояль. Жека пидор, давай. Ну чё, вот так, всё? Ну. Всё, Берег спать, ну. Нет, я Жека повторял. Надо залупать! Ебать! Сколько готов бухать? Жека. Еееее! Жетка, не Жека. Да? Стас. Изи? Изикатская родной. Фу. Теперь твое официальное звание член. Пусть другой игрок нарисует член у тебя на голове. Там. Если действие, тогда. То есть действие, понятно.
Просто изи. Ракета, блядь. Просто ракета. Чувствую ракеты, а не член Берега. У тебя так слушка такая топовая, да? Блин, ведите себя как собака, принеси зубах ты лишь. Афав, нахуй! Я там окурок оставил, принеси его. Ладно, Афав. Окурок, блядь. Давай, давай, давай. Вот сюда. Давай, давай. Афав, блядь. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ай, шкаре, блядь, давайте нахуй начну. Шкаре на себя такая. Мне надо показать. А, да. А как ты делаешь шкаре? Ну как ты делаешь? Типичное лицо, значит, типичное, которое всегда делает. Ну, когда я шкаре говорю. Когда я ору, блядь, супа! Щетка от Настян. Паста от Берега. Только немного, чуть-чуть, засовывай обратно. Ну это сколько взялось? Я не смогу, это очень жестко. Бля, давай нам улыбку свою, блядь, белоснежную. Ну нет, вот так сделай. Ой. Да не видно, не видно. Туда, за щеку, за щеку. Подожди, в другую сторону. Да за щеку. Да поближе к камере, блядь. За щеку, говорит. Давай за щеку. Блядь. Организуйте групповое обнимание как можно большим количеством участников. Групповуха! Чё, бы обнимать? Обними сама себя. Ой, бля, сука. Артём, у тебя сам. На тебя, бля. Сейчас, подожди, лицо проверь. Так ты что в этом? Он там всё хотелось. Да что, бля? А! Сука, мне нос порезал, блядь. Стой. Да не нахуй, блядь. Да не очкуй. Тихо, не двигайся, главное. Да не очкуй. Да блядь, сейчас там, минус ноль. Я ртом ебать, ты сейчас. Я не ссы. Иди нахуй, сука. Иди нахуй, блядь. Заеби. Станцуй лезгинку. О, блядь, лезгинка. Стой. Берег. Да, ладно. Блять, на трусы стоит, сука. О, прям под музычку, короче, топчик. Блин, опять яйки убер, на. О, здорово! Чё ты ходишь, на мой хуй тоску наводишь? Бля, давай развеселим, братан, твой хуй. Сейчас вот так вот, блядь, и пиздец. Камасеки еба... Вы забанены в чате, вульгарной. Чё? Из-за того, что у тебя нога в кадре вот здесь вот была. Ебать, вульгарное поведение, блядь. Ах ты вульгарный мужчина! Хорошо, смотрите, давайте так. Я вам показываю своих кисок, а он не покажет свою девушку. Готова обмен кисок на тебя? Ну что, двойки не закрыли? Да, блядь, кто это скидывал? Ну, давай... Хочешь, я тебе покажу киску? Она может, братан, она может, это, бля, прям... Сейчас пойду раздеться, погоди. Ну, смотри. Ну, а вот, видишь, она есть, все, мы ее, считай, показали. Показывай своих кисок. Домик, хоп, ты двигаешь выдайку. Да вот киска. Оп. Вот, видишь, киска тебе сзади стоит. Ага. Классная киска. А то и наша киска. Блин, ты ее как держишь. Она хоть живая, что-то не... Она живая хоть? Ты ж... Че, мертвая? О, блядь, что вы? Блядь, на себя посмотри, блядь, голова еба. О, вот это, блядь, заебись, мужик, нахуй. Не Николай то, ты, Соболев! Ух, стойте! Николай! С вами Николай Соболев, блядь. А! Давай. Там не надо нажимать. Надо, чтобы дым был. Да никто не будет ржать. Вот только подписчики, отвечаю. Ха-ха-ха, буду писать чат. Никто не пожжет.
Сюда, Шан. Ой, Настюк, давай. Сука! Блядь, не переворачивай, она вытекает, ёбаный скот. Тут не вытекает. А не, бля, я залью то, что сейчас вытечет. Даша, тихонечко. Кнопку. Держи, дуру. Чё, дуру? Держу дуру, не бей её. Бля, раскурить надо. Не бей её. Да заебало. Бля, я тебе говорю, не переворачивай, течёт же. Ты не король. Ты сам течёт. Да, бля, пуля. Сейчас свет сломаешь жопой. Ладно, ладно. Тут надо передохнуть, главное, чтобы первое вошло, а там дальше ебать ты на пульме. Клопеточку, да? На, сука! А я не понимаю, ты похуй. Что за хрень? На, пойду. Не получается. Не получается вейпить? Я первый раз вейпила. Да надо тянуть себя как кальян. Это Настюха вейпить училась. Помнишь, как ты кальян дымила? Пару раз, и все, и потом пройдет. Помнишь, как ты кальян курил? Ты за одну тягу и считай, пол кальяна вытягала. Вот тут точно так. Блю сюда, если что. Стой. Фу, блядь, я тут салфетку, ой, электронку хотел держать. А верни электронку, салфетку, чтобы она не текла. Жопой. Что она тебе текла? Да ты заебала кашлюнить, блядь. Поставь мне там на сотку, наверное. Вот я не могла вдохнуть. Я не могу, много. Нас тут попробуй не засмеяться, блядь, я с ним сегодня проебался. Вот этот видос. Жека тоже участвует. Ну, горько. Нет. Не дергайся. Полтора года, два. Понимаешь прикол в чем? Я сейчас у меня жидкость немножко пролилась по внутренней спирали, поэтому она в горло жидкость. Да. Отпускай кнопку! А, я отпустила! Бля, не хватит у тебя тут липкое что-то. Да это носки наливал. Фу, бля, сука, что это носки были? Когда они были чистыми? Опа, Федя, что я сейчас лучше сразу снимать носки, бля. Я уже поняла с третьего раза. Дай. Фу, бля, фетиш. Жа, тоже уж тебя всю помнить держешь. Так же нельзя? Нет. Сипора дает. Ой, скрин, это мой. За этим династия. И такой. Дает? Долг? Пожал? Да. Нет. Он заржал. Булка кошеньки. Ебать. Сука. Бля, я могу тебя подержать, если хочешь. Хуйня, бля, вопрос, я сам, блядь. Чё, бля, я даже не до конца. Минус Жека, всё пизда, нахуй. 10 рублей, что ли? Валите. Давайте мы сейчас, короче, пожар устроим, а вы к нам приедете и познакомимся, блядь. Давай. Откуда вы, ребята? А вы же не пожарные, вы чё, блин, не наёбывают? Может, они не из Минска? Мы из Белоруссии. Ебать, пацаны, Дура. Пожар нахуй, ебашь, блядь. Пацаны! Души! А город какой? Минск. Ну, столица заебись. А вы откуда? Гомель. А, да ну нахуй, вы из деревни, пацаны, идите нахуй. Девчонки, давайте ебаться! Да, блядь! Про мамашу шути! Так а ты... Скажи, что она шлюха, блядь! А? Чё говоришь? Расскажи какие-нибудь факты о себе. Я, короче, сажусь на бутылку иногда, ебусь в жопу со своим другом, блядь, и драчу каждый день по 10 раз, нахуй! И зовут Сергея Гуречников. Я поебал, сразу было видно, но это неинтересно, давай что-нибудь другое. Блядь, все, я пошёл вешаться, нахуй. Хуйня шутки, давай что-нибудь пожёстче. Бля, а вы что, в Лас-Вегасе или где это? Это Рио-де-Жанейро, ёбаный ты, вы сука, необразованный хуесос, блядь. Вы в отеле каком-то или что, я не понимаю? Ты ёбнутый баран, что ли, или чё, блядь? Что за вилла за миллион долларов? Мы сидим на утёсе, ебаный ты, сука, бридж, блядь. Что за 10-звёздочный отель, блядь? Какой 10-звёздочный? 5 звёзд максимум, хуесос ты с деревни, блядь. А что это, блядь, за цвет? А, это мамаша твоя пёрнула, блядь! Нахуя ты хуй у робота сосёшь? Потому что он вкусный! Начал. Жека, ебаный в рот! Жека, Берик! Ебаный! Чи, блядь! Жека, нахуй! Нахуй! Тихо! Ебаный твой рот! Я боялся, что стреляю! Ебаный! Нахуй! Ебаный! Блядь, кто-то пернул, сука! Блядь! Ебать! Ебаный шутка, сука! Не я, нахуй! Суп даю, чем угодно клянусь, я не перьем! Клык даю на пидораса! Блядь! Жека!
Или Настяна, либо Эрик. Клянусь нахуй всем сердцем. Блядь, клянусь, Танюха не предел. Качи мне поклялся. Ёбаный, сука, пердон, блядь. Хуйнуло сидит, блядь. Сука, дурак нахуй. Да блядь, нет. Блядь, ну Эрик, уважение имеет. Почувствовал? Чё, у тебя? Ты флексишь, что ли, или что? Бля, парень. Выплюнь каку. Где, блядь? Плюнь каку. Плюнь. Фу, блядь. Подожди, подожди, пацан. Не уходи. Бля, ну давайте я уж тоже тогда. Бля, у тебя родители аутисты просто. Тверкает. Год тверк, тверк, пишем ему все тверк, да, тверк. Да, все тверк. Пишем тверк. Тверк, 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 тверк. Давайте. Что-то у него прическа по пизде пошла, бля. Салам поебал, надо маться. Блядь, аптека не нарится. Ты помер. Я помер. Ты помер, what the fuck. И что, только плюс 200 зрителей, вы серьезно? Ты закончена, Настя, блядь, своими килограммами потратила. Ты охуел, это сейчас Жека предложил. Блядь, суки. Ебать, Настя позорит. Самарет, блядь. Да, блядь, шо подумал. Своими килограммами, говорит, тряси, блядь. Пиздец, ты энигма. Пошли нахуй, блядь, Диза ему нахуй. Диза ему ставьте, блядь. Можешь не орать. Сучара, блядь. Ну, блядь, есть килограммы, и что, блядь? Отдай мне стрим. Уже у тебя 700 зрителей, Энигма. Когда такое было, блядь? Что там такое? Вот тверк, тверкай, блядь. Пацаны, нахуй. Ну, блядь, а Настя тверкала, че не, блядь? Да, тверкала. Ебать. Что там они скажут? Скажите, что Жека тверкал. Напишите, Жека тверкал. Жека тверкал. Жека тверкал, напишите, что он, блядь. Ах ты шо, бля, Настя, блядь, дизлайки? Ты шо, блядь? Агудизм. Ты пизда, нахуй, Настя, честное слово. Як, блядь, шо якусь хуйню тебе скажет, ты засала, блядь. Як тут, давай, Дима, давай, позорься, нахуй, блядь. Ты жопу 10к просишь, а тут, нахуй, блядь. Жена, спасибо. Вот петух, пиздец. Всем спасибо, всем пока.